Приветствую вас на своем канале «Интернет и деньги». Сегодня мы рассмотрим три проекта, в которые можно инвестировать всего от 5 долларов, что я в принципе и сделал. Зашел на минималку в каждый из этих проектов и получаю в принципе хоть небольшую, но все-таки прибыль. Итак, первый называется MFO Capital. Предлагает он нам три тарифных плана от 1,5 до 1,9% в сутки. Инвестиции от 5 долларов, как я и сказал. Также есть заем, который вам дается на 40 дней, что увеличивает ваш процент доходности. Вот такой вот интересный, ребят, проект. Полный обзор можете найти у меня на канале или на текстовом блоге. Все ссылки в описании. Итак, давайте перейдем в кабинет. На балансе у меня есть 33 цента. Давайте мы их выведем. Так, кнопочка «Вывести» у нас вот тут. Здесь я выбираю доллары. Выбираю платежную систему Pair. Далее прописываю сумму 0.33. Как видите, есть комиссия при выводе 1%. Нажимаю «Вывести средства». Здесь я нажимаю «Подтвердить». Итак, статус завершен. Все отлично. Далее. Второй проект называется Trizality. Это копилка, предлагает нам 4,5% в сутки на бессрочной основе. Вклады здесь можно выводить досрочно. Если вы работаете на проекте до 10 дней, то вклад выводится штрафом 7%. Если вы работаете дольше 10 дней, то можно депозит вывести уже без штрафа. Вклады также от 5 долларов. Итак, давайте перейдем в кабинет и также выведем прибыль. Так, у меня на балансе есть 51 цент. Кстати, да, поначалу был только Perfect Money, но уже добавили Pair, что хорошо. Так, переходим в раздел «Вывести». Выбираю кошелек Perfect Money. Тут я прописываю сумму 0.52. Так, нет, наверное, 0.51, потому что там было написано 0.51. Нажимаю «Вывести». Итак, запрос создан успешно. Как видим, статус ожидается. Немножко подождем, и выплата должна прийти. Итак, третий проект – это экономическая игра. Называется Battle Tanks Game. Здесь вы покупаете танки, которые вам приносят прибыль. Самый дешевый танк тренировочный, стоит 5 долларов. Его можно купить всего один раз, что я сделал. И еще есть за 5 долларов другой танк, который приносит 104,4% через 4 дня. Вот такие танки. Кстати, есть множество других танков, которые вы можете купить. Соответственно, они приносят намного больше прибыли. Итак, давайте перейдем в мой аккаунт. На балансе у меня доллар 4 цента. Давайте я их выведу. Нажимаю кнопку «Вывести». Тут выбираю Pair доллары. Сумма доллар 4. Нажимаю «Заказать» и нажимаю «Подтвердить». Операция будет обработана администратором. Итак, переходим на Pair кошелек, обновляем страничку. Вот, пришла выплата с MFO Capital 0.32 цента. К сожалению, в комментариях не написано, что это от MFO, но это точно оттуда. Далее, здесь у нас, скорее всего, тоже пока что статус ожидается. Нет, уже выплачено. Давайте перейдем на Perfect Money. Обновим страничку. Вот 0.51 цент без всякой комиссии. Мне пришло из проекта Trizality. Здесь у нас выплаты ручные на Battle Tanks, поэтому придется немножко подождать. Но зачастую они все-таки приходят через пару часов. Так что я ставлю ролик на паузу и жду выплату. Я сказал, что выплата из Battle Tanks приходит за пару часов, но она пришла через пару минут. Как видим, сегодня 16.43, доллар 4, статус завершен. Переходим на Pair кошелек, доллар 3 цента с учетом комиссии. Давайте откроем комментарий для интернета и деньги из Battle Tanks Game. Так что игрушка тоже платит. Кстати, забыл сказать, здесь есть отличная баунти программа, по которой я уже заработал 10 долларов. Вот такие вот, ребят, проекты. Ссылки на них оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока.